неправильная власть – это такая же полярность. Часто называют убийца на седьмой позиции. Китайцы любят названия страшные придумывать, но определенный смысл в этом, конечно, есть. На седьмой, так как это седьмой элемент относительно элемента личности. Это люди, которые сами создают свои законы, живут по своим правилам и хотят, чтобы окружающие также жили по их правилам. Это человек-лидер. Для него важна победа во всем и всегда. Вот другого варианта они просто не признают. Это смелые люди, это волевые, это амбициозные, это генералы, спортсмены. То есть люди любят риск, экстрим, азарт. Они умеют действовать в любых нестандартных ситуациях. А вот жить по правилам они не умеют. Это активные очень люди, динамичные. В определенных картах, кстати, проявляется еще как насилие над человеком. То есть человек зажат в жестких рамках. И это состояние паники, депрессивности. Божество убийцы на седьмой позиции, вот вы когда слышите и видите это божество в карте, да, вы сразу вспоминаете фразу «я закон». То есть для людей это единственный закон, это я. То есть вот люди с убийцей на седьмой позиции, то есть это неправильная власть. Такая же полярность, как и у элемента личности. Если благоприятно, говорит о сильном решительном характере, амбициозности, то есть вот победа это единственный вариант, и другого варианта нет. То есть участия нет, этого мало. Победа, и важно признание человека. И преимущество, вот, кстати, вот таких людей, что они умеют действовать в любых ситуациях. Вот это очень, кстати, это МЧСники. То есть в зависимости, неважно какая ситуация, они примут правильное решение, как поступить, да, в правилах. Невозможно прописать все ситуации. Вот люди с благоприятной, неправильной властью, убийцы на седьмой позиции, ну, название такое, да, то они умеют действовать в любой ситуации. Они никогда не станут в ступор. Но подчиняться они не умеют. Если же неблагоприятная убийца на седьмой позиции, неблагоприятная неправильная власть, это говорит о депрессивном состоянии, да, человек всегда чувствует какой-то контроль, власть контролирует элемент личности, и это идет некачественный контроль, да, и вот этот контроль выводит человека к психической такой нестабильности, то есть человек всегда чувствует рамки какие-то и не может принимать решения. И вот, друзья, когда вот бывает, что приходит элемент убийцы на седьмой позиции, некачественный, то это может даже говорить о каком-то насилии над человеком. А вот это тоже очень важно. То есть убийца на седьмой позиции, он очень двойной, да, и в зависимости от благоприятности и неблагоприятности, он проявляет себя по-разному. Это вот образ людей, да, которые могут восстать против всех и сказать, вот, вот это надо делать так, все, и вот это правильно. И они будут свято в это верить, что все должны так делать. Это очень часто в бандитских каких-то структурах, да, вот они живут по своим законам. Рассмотрим карту Греты Тунберг. Грета Тунберг, шведская активистка, очень рано получила всемирную известность и признание за продвижение мнения о климатическом кризисе. Вот ее карта, да, Грета, дата рождения. Известна Грета прямолинейной манерой общения и резкой критикой политиков за неспособность решения проблем с климатом. И в августе 2018 года в 15 лет начала протестовать напротив шведского парламента с плакатом. Вот на фотографии, да,
Школьная забастовка за климат. Ее действия нашли отклик по всему миру. Она выступает и на конференции ООН. В 2019 году ее поддержали более 500 000 людей в мире и попала в список 100 влиятельных женщин мира. В течение 2 лет Грета уговаривала родителей сменить свой образ жизни для уменьшения общего воздействия на окружающую среду. По итогу семья стала следовать принципам веганства и отказалась от использования воздушного транспорта. Не пользовались больше самолетами. По словам самой Греты, после того, как ее родителей не убедила информация о нанесении вреда окружающей среде, она сказала им, что они крадут ее будущее. Ее маме, оперной певице, пришлось отказаться от своей карьеры, так как их семья не пользовалась услугами авиалинии. То есть, видите, вот у человека возникла идея. Возможно, это правильная идея, возможно, это неправильная идея. Но вот возникла такая яркая идея. Элемент личности Греты – это огонь Ян. Да, вот огонь Ян. Значит, элемент, который находится вот рядом с ней, да, водоян, такая яркая, вот водоян, это у нас убийца на 7-й позиции. И это убийца на 7-й позиции, фаза, императорский светильник, то есть высокая фаза, да, и убийца на 7-й позиции, вот это и говорит о вот таком рвении составлять законы, идти против власти, то есть человек сам закон, да, и что ярко отражается в карте девочки. Хочу еще на одну карту обратить ваше внимание. Это карта известного канадского автогонщика Жиль Вильнёва. Вот смотрите, он элемент личности, это вода инь. Вода инь, да, вот вода инь. Элемент убийцы на 7-й позиции, это земля инь. И, друзья, вот, обратите внимание, вот земля инь, да, в быке земля инь, в быке месяца земля инь и в дне земля инь. Посмотрите, сколько много этого элемента. И это известный канадский автогонщик. Убийца 7-й позиции – это человек, который он видит только победу, и это очень часто приводит и к проблемам. Посмотрите, друзья, я вам здесь прям с Википедии взяла текст. Смотрите, злость на своего друга, партнера по гонке не прошла, то есть до вот этой гонки 18 мая 82 года произошел конфликт у него с его другом. Люди, у кого сильный элемент 7-го убийцы, неправильной власти, да, они очень импульсивные. И во время гонки, то есть соперничал уже со своим другом и партнером. И в итоге на последних секундах уступал своему напарнику 0,0015 секунды. И Вильнёв поставил перед собой цель побить этот результат любой ценой. Но цена оказалась слишком высокая. Он погиб. Вот в этой гонке он погиб. Почему? Потому что вот у людей уже отключаются ресурсы, отключаются знания, отключается логика. У них стоит только цель выиграть, уже не важно какой ценой. И посмотрите еще на дату 18 мая. Тут еще пришел элемент Земли. А вот эти змеи, которые пришли в месяце и вне, они практически, в змеях есть огонь Ян, он практически иссушил воду Инь. Вот элемент личности Вильнёва – это вода Инь. И в дни 18 мая
акцентировался элемент Вильнёва, то есть элемент его был в змее, полностью высыхает. Ну вот представьте, вода инь – это капелька, да, это капелька, это водичка, это я уже добавляю еще вам информацию, уже из живописной картины. И вот этот день, он до такой степени был горячий, и вот этот огонь, он порождает, усиливает карту Вильнёва, то есть еще сильнее делает вот этого убийцу на седьмой позиции, да, неправильную власть. И на тот момент у него прям было нереальное желание, и он все поставил на карту своей жизни. Ну и, к сожалению, конечно, вот такое произошло. Люди экстрима, люди азарта, да, вот у них очень часто очень сильная седьмая убийца, ну то есть убийца на седьмой позиции, неправильная власть. И, конечно, им надо себя контролировать. Ну, легко, конечно, сказать, но порой не всегда это можно сделать, когда вот такие карты. А видите, вся карта, она прям пронизана, да, вот этот весь, вся вот эта земля в карте, это все седьмой убийца, и она еще, да, вот тут она как бы огонь пытается ее подогреть. И тут еще конфликт, столкновение мы с вами учили. Почему, друзья, очень хорошо смотреть на примерах известных людей? Да, возможно, вы октагонщика Вильнёва не знали, и я тоже не знала, поверьте. Но когда стала изучать карты, стала смотреть, вот очень часто у них есть общие в картах. Люди-октагонщики, у них очень сильная, это седьмая убийца. Профессоры, то есть академики, у них сильные ресурсы. И вот по вот этим аспектам можно определять их самые сильные стороны. И, конечно, тут нам надо еще добавлять знания и логику ресурсов. И тогда можно жить счастливой, долгой жизнью.